Арти-25 представляет. Нормально. Да, я знал, только ребята не вывалятся сейчас. Стойте. Епись, остаешься на базе с одним танком, еще одним тяжелым, наверное. Просто на базе. У них центр остров будет. Остров не проебать надо. Вон, давай с Фароном останемся, у него там слов пушка не. Давайте просто Епись оставим на базе. А все остальные центр и 4 танка сюда, 3 батчата и плюс давайте 62-го какого-нибудь. Может, я их прикрою отсюда, откуда-то? Да, потому что по-любому будет давление. Окей, я на базе, ребят. Я их прикрою оттуда. Занимаем нормальные позиции, просто не даем себе продавливать, а даем работать арте. Все, у нас арта есть, у них нету. Мне кажется, что по первой у них много танков. Да, по-любому. Если много танков будет, вот тут все остановитесь, и вот в этом простреле просто... Давай тогда тоже еще туда. Сразу тогда так, едем, так чтобы на прикрыть СТХ. На остров 4 танка, 3 бачата, плюс еще один любой. 4, поехал там почти полкоманды. Да нет, 4 поехал. Нет, хотел вообще туда поехать. Быстро приеду и подсвет дам. Если что, прям останавливайтесь и ломать их. Нет, этот центр агрессивно забирают. Вот отсюда свелись сюда. А несколько танков работайте сюда. Развернитесь еще один танк вот отсюда. Здесь откатитесь или вот эти назад, сразу назад. Фокусите. А на базу вернитесь. Аккуратно, Шульц, держись. Окей, еду. Блин, так. Тут на базу идет атака. Надо тут со всех сторон ехать к нам сюда. Да, ребят, вот этих надо убивать. Вот эти танки быстрее к нашим, ребят. Фокус ставьте. Давай 760. Заберешь крайне? Добейте. Да, забью. Забирайте их, они много ваншотных, на забираем. На базу надо ехать. Я на КД, Арчи, если только собьет. Тебе может... потом надо будет сбивать. А ты успеешь завидеться? Да, работаем. Шульц сбил, я не успею. А, ну да, успею вроде. Фокус, дайте фокус. Да Шульц собьет, у него хп есть. Да я тараном собью сейчас. Вы сбивайте, про это не понимаете. 400 хелса, 62. Сейчас собью. Форс на базу. Бейте. Бачаты быстрее сбивать. Могу выход бить, если надо. Запоминайте, по ком стреляли. Фокусте, ребят, они уходят на КД. Врываемся. Ребят, 400 хелсов, 600 хелсов, давайте. Доберу полтинника на центре. Или по бату, по ком-нибудь. 170. 400. Арти хорош. Че это пингвинчика? Хорош, молодцы, ребята. Хорош, фалку ничего не дали. Хорош. Чего, фалку не дали? Я сбил захват, значит выполнил. Что-то не выполнил. Чуть не слил нам катку. Чего ты знаешь? Неплохо. Жестко они ворвались. Да, нормально они ворвались. Да, и постреляли потом нормально, бычаты их. Ярко. Горку тут хэвики на сосуд по центру. У нас один хэвик. А хэвику не надо, у нас один всего лишь. Танковать ты особо не надо. Ну. Ребят, секунду. А ты, бля, по зубам получишь. Секунду. Нужен просвет здесь чем-то. То есть вот тут кто-то может остаться. Один тяж, например, да? Нужен просвет здесь. Кто-то останься так. СТБшка какая-нибудь. Найди позицию, чтобы светить вот это все. Арта, то есть останусь. На базе. Остальные все СТшки, которые свободны, на горку едем. Один тяж закрывает деревню, вот это место. Я поеду. Остальные все под горку. Че, я походу первый заезжаю, я с собой жертвую. На центре... Ребята, жертвенька. На центре особо не рискуем, рентгенем подсвечиваем, арти работают. У них конь, конечно, но... Такое. Че такое конь? НКР. Ты конь. Лошадь такая. Лошадь, которая по зубам тебе даст. Не базарь. Ух. Ух, прямо. Вон они все. О, здорово, пацаны. Они на отстрел идут, да, типа? Да. Поджимаются. СТ-шек не видно так-то. Вон, смотри, да. Ангел, не получи от коня. Все, я получу, все нормально. В деревне, походу, нет никого. О, КДР-то? Ребят, конь. Конь КД. Ой. Откуда кидает конь? Из-за... Вот здесь был, здесь трассер был. Но они ох, живи, тут... Баты. Ну, к мехам дай-ка я тут стану где-нибудь. Не нравится мне тут. Он дерево сломалось, вот тут арти... Пройди, тут три бата. Но они кучу-то лицо разбили на острове. Да. Очень сильно?
80 так, хп говорю, что ухожу. Уйди сюда в кусты, встань. Уже. Слышь, ангела, мы на нуле не сможем подсадить друг друга батами? Фалька, ты там контролишь. Кто-то контролить воду будет, кто? Да, гол, подсадим одного. Шутер с Джаред и я поехали. Мы ноль не подсадим, тут стрел сильный будет. На базе у них еще кто-то стоит. В принципе, они даже увидели. А вы сами на базе тогда, по идее, вот отсюда отстреляете их. Да, мы их сами должны отстрелять. На горке СТшки останьтесь, нам под регенте, мы барабаны разрядим. Да, чтобы они нас не выдавили потом. Ну, у вас в центре дохренища, попробую. Так у них на острове 3 бычата. Смотри, если у них вот здесь все семерки, мы же можем как 7 страхдовок просто вот этот заезд делать, да и все. А зачем нам тут 3 бата? Кого ты получил-то? Мы пока проедем, там будет... Ага. Кстати, да, ребят, мы же можем сейчас просто вот этих трех СТ-шек снять. Вот этих трех СТ-шек снимаем. Не-не-не, ребят, это опасный мув. Да, у них там уже тяжки перетянули. Встаньте, давайте подсадим ангела. Давай меня заталкиваем. Давай, там Шутерс больше работает, поэтому его заталкиваем. Шутерс, если засветят и будут стрелять, сразу скатывайся. Подожди, Джаред, сейчас я встану. Шутерс, стой. Джаред, давай, поехали. Так клево тут на базе в кустах. Шо творят, а? Я все, ты поехал. Я засветился, кстати. Арта, когда у них? Проблема, Диман? Да. Подсадили хоть? Нет, не, мы ему лицо разбили. Неплохо. Я поехал обратно на ворота. Да. Я на КД. Так, ну раз там не получилось... А мы просели посильнее, чем они. Это да. Ну да. Ну, по-моему, вообще дамага не было. А если третий бой не счёт, то что? 5 боев играется, из них 2 победы должно быть. Ага. Горку обратно занимаем. Так, остров не поедем. Блайндит по мидусу. Шутерс, займи вот эту позицию. Опачки. Ну, в принципе... Понеслась у них. Сейчас по воде, скорее всего, тоже пойдут. СТ. Да, вот они это тоже, дыра. Скорее всего, пойдут, поэтому осторожно. На горке Бест и Джаред не танкуйте, не отдавайтесь. Да, и докажите эти все. Если что, Конг закидывает аккуратно стахи. Походу он мне закинет сюда. С горки пытайтесь подсветить коня, чтобы не перегнали да сюда. Да сейчас попытаюсь. А Куруп слишком глубоко стоишь. Надо бы к пацанам, наверное, поближе. Тут я останусь. И я быстрее перетянусь к пацанам, если что. Да мы нам эту катку можно на ничью, а следующую опять. Можно. Да, пока нам играем. Все можно. Аккуратно, не ловите. От их игры смотрим. Пускай сюда подтягиваются, они будут получать. У меня есть прострел на вот этих семок. Они походу передумали. Вот и все. Да, пускай ловят. Пускай Арти кидает, если у него прострел. Арта КД ихняя. Таксист, у тебя самая крепкая башня, попробуй подсвечивать, когда Арти будет гурить. Да, можно уже подсветить, я готов. Ща подсвечу. А кого? Вот эти семок. Вот да, вот все, вижу. Да. Понял. Арта КД у них еще секунд 20. Норм. Нормально. Это хорошо, а то я боялся. Так у нас тут светят, пацаны. Нормально. Меня откуда-то с острова, что ли, засветили? Арта откуда кидает? Ну, у них сейчас танки стоят так, что если мы реально поедем по деревне, они не успеют отработать по нам. Подсвет можно? Все, вижу. Так вон, демон какой-то там рандома, нельзя? На третьей минуте, кстати, можем проатаковать на их базу. Ну, попробовать концовку, да. Проезжаем здесь СТшками, встаем на захват, эти все поддавливают и стреляют им в пердаки, когда они будут возвращаться. Ой-ой-ой, там. Аккуратно. Там сейчас арти. Нормально, им сейчас что-то надо делать, они сейчас там этот. Да я доберу его. Я доберу. Хотя нет, уходит. Хорош. Нормально, Арти, молодец, давай отрабатывай. Шо, но поехали, Азиз, тогда пока стянемся к деревне. Бат один на острове, G1 стоит. Оставь нет, одного нет, таксиста, пока... остальные-то вот сюда хотя бы, потому что на край куда-то, я не вот знаю. Тут, ох, вот тут просто стойте, один таксист остается на горке, Лёха, остальные СТшки вот тут сбоку пухана. Соберитесь, когда я скажу, пойдете. Я знаю. А он что-то едет. С друлькой.
Он там и стоит этот. Семерочка. Марчин наваливает. Вы будете забирать семерку или мимо проходить, сейчас решите. Ее вафля прикрывает. Я на КД. Сейчас я откадышусь и стоит. Поедем вместе. Говори, когда светить. А, так, квест падай. Корень, падай к нам. Джаред к нам. Семерки надо будет в центре поддавить, когда мы проедем уже, пролетим. Дашка. Бест и Джаред за мной, и корень тоже. Ангел, ангел, по семерке реши, вы ее забираете или пролетаете? Пролетаем. Хотя можем и убить, наверное. Ее вафля прикрывает, можно одного потерять сразу. Домов и туда. Нет, тогда мы сразу вон на вафлю летим. Просто. Они семерками отошли на воду вообще уже. Ну, шутер, слетишь в задних рядах. В передних Джаред, я Бест летим. Не спеши, Корень, шутер, сзади летите. Если что, вы забираете семерку, если вафля по нам разрядится. Они должны первыми. Все, поехали. А семок еще покажите. Здесь подавите немного. Подавите немного, покажите, что вы поддавливаете. Да едьте уже, блин. Такси поехали. Хорош, хорош. Я по острову немножко вперед посмотрю там. Все, я светить не могу. Меня мы сюда же доезжаем, да? Ну вот эту ФВХ вафлю забираем. Красава, Лёх. И ФВХ забираем. Там бачата еще. Мне кажется, что не возьмем. Мы только засветились нормально. Только засветились. Вот там еще под камнями вдали стоит бачат. Подавлю, подавлю, держи, подавлю. Надо с левой стороны. Шотмит надо добить. Изба, сверху забирайте. Держи. Добью. Все, на захват встанем, если кто-то пустой. Тяжи, пошли в атаку. Я на КД. Пустые, встаем на захват. Добиваем, добиваем, заходим. СТшки, он с острова едут. Да норм, они все в меня поразряжали. Вон, вон я кого-нибудь закрою. Сбивать едут. Норм, норм. А, ребят, ребят, центр. Давим, давим, центр давим, агрессивно вот на их базу. Фокус. Ангел нас бы закрыл, куда выехал? А, точняк, ребят, сори. Едущих по воде отстрелять надо. Минуты респект, добиваем. Да мы успеваем. Не... Да, уже добить можем. Уже все, да. Уже, берите, берите базу, на верочку играем. Да тут 10-1. Ну, вдруг сейчас затащит еще шот на этом танке. Киркоров. Карат, что ли? Нет, не я. Это подстава была. Репертуар готов, да? Сань! Что-то пошло не так. Не-не-не, меня-то не надо. Все. Да еще один. Черт. На КД вошел. Вас тут уже это квартет собрался. Лех, помог тебе. Ну все, ребят, все молодцы. Всем спасибо. Завтра будет очень важный день. Просьба явиться всем, потому что, скорее всего, будут тресты. Они сильные ребята на ГК на самом деле. Ваше время? По-моему, да, дополнительно просто скайп чекайте, в конфе вся инфа будет, ребят. Все молодцы, всем спасибо. Завтра тоже один бой.